Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов провел выездную администрацию в Звенигороде. На ней главе округа представили эскиз рекреационной зоны в районе существующего парка «Юбилейный». Он включает в себя организацию велосипедных маршрутов и установку легких подвесных мостов, а также обустройство различных тематических площадок – детских, спортивных, культурных и смотровых.